Книга «Открытым оком», том 2, тема «Промысел Божий», вопрос 702. Вы говорили, что если человек, живущий где-либо на отдельном острове, никогда не слышал о Христе, то он будет судим по своей совести после смерти. Но как он может спастись, если он не крещен, не рожден от воды и Духа Святого? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Совесть занимает более главное место, чем вера. Как говорит Иоанн Златоустый, Евангелие написано к стыду нашему. Когда мы сожгли совесть, сделали ее глухой к голосу Божию, Бог применяет вторичные средства, дает закон писанный. Римлянам 2 глава 12 стих. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законно делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда, по благословению моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Таких людей, видимо, Бог будет доучивать после смерти. Там они будут проходить свои университеты, вкушая листья древа, которое растет в раю. Откровение, 22 глава, 2 стих. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов.